Моя трубку не берет. Да что же это такое? Майя! Она хотела тебе рыбку передать. Талисман на память. Я думал, она сюда отправилась. Майя! Скажу, что видела вас. Конечно, никому не скажешь. Помните, вы сказали, что это странное исчезновение странных вещей. Разве это не так? Это всего лишь музейные экспонаты, хотя и ценные. Но если попробовать их соединить, тотемный камень, рунический календарь и кантели, то можно попробовать воскресить мертвецов. Здесь есть этот ритуал. Чистая душа? Чтобы воскресить умершего, в жертву должен быть принесен кто-нибудь из живых. Я расшифровала. Часть сгоревшего послания. Если найдется чистая невинная душа, остров примет этот дар. Дар — это и есть жертва. Павел, Майя нашлась. Майя потерялась, не вернулась домой. Может быть, она и есть эта жертва. Чистая невинная душа. Важно понять, кого именно из мертвых хотят оживить. Должна же быть равноценная замена. Скажите, у вас же есть архив всех тех, кто утонул в тот день на пароме? У кого-нибудь погиб ребенок? Да вроде не было такого. Погибшие дети были, целые семьи утонули, но чтобы только ребенок. Это нужно узнать точно. Пойдемте. Последний раз девочку видели на площади во время гуляния. Вот. Потом, по словам очевидцев, она, скорее всего, отправилась, значит, к дому нашей писательницы Агаты Север. Все знают, где это. Вот. Исходим из того, что она просто заблудилась в лесу. Значит, обыскиваем, внимательно смотрим. Каждый кустик, каждое деревце, каждый овражек. Хорошо? Вы сами-то верите в то, о чем говорите? Что вы имеете в виду? Майя знает этот лес как свои пять пальцев. Кто-то и может заблудиться, но только не она.
Я понимаю, но мы обязаны следовать алгоритму поиска. Приступайте, товарищи. Павел, подождите меня, я захвачу бинокль и пойдем вместе. Здесь все, что вам нужно. Я пошел искать девочку. Ну что? Что-то сердце щемит. Давно такого не было. Найдут девочку? Думаю, что да. А я думаю, что нет. Почему нет? Для того, чтобы найти, надо знать, где искать. А лес — это последнее место, где мы можем потеряться. Вы что предполагаете? Ну, а вы как думаете? Я это к тому, что если с моей случилась беда, то вы единственный человек, который может помочь. Майя! Зачем ты их привезла? Кого? Кантель и календарь. Ты что, с ума сошел? А как я без этого выставку бы устроила? Я же знаю, сколько сил мне это стоило. Это все ради выставки. А ради чего еще? Ты же не могла бы причинить зло, Майя. А ты думаешь, что это я? Ну просто скажи, да или нет. Дурак! Ой! Ой! Да не прикасайся, ты ко мне уйди от меня! Ой! Извини. Ой! Майя! Дурак! Майя! Майя! Вы в тот период были на острове? Я заведовал местной больницей. Я вам скажу больше, мои девочки были на том пароме. Жена и дочка, Светлана и Зоечка. Им чудом удалось спастись. Пока я их искал, я думал, я с ума сойду. А вообще-то, мне кажется, что вы движетесь в правильном направлении, Агата. Большое горе может сделать безумцем даже самого обычного человека. Теперь я не понимаю, как его вычислить. А вы попробуйте это обратного. Вот ритуал, про который вы мне говорили. Его ведь должен совершить какой-то особенный человек. Колдун. Вот и ищите колдуна. Я слышала, на острове есть какой-то местный колдун. О, надо же, такие редкие снимки. Это же вот как раз праздник Герген Пяеве 30-летней давности. Всего несколько дней до гибели парома, и все живы. Вот это вот Потап, а это участковый. Вот это вот Арва. Кто рядом с Арвой? Кто? Лариса. У нее был ребенок? Она его потеряла. Отправилась на пароме на Большую Землю рожать. Ее спасли, а ребенок погиб. Я не знаю, как она это пережила. Потом выяснилось, что она вообще больше не может иметь детей. Сказали, это не телефонный разговор. Я поставила библиотеку на сигнализацию. Спасибо. Зачем я вам понадобилась? Покажите ладонь. Что, в гадалки решили переквалифицироваться? Правую можно?
Я видела такой же шрам у Валентины. И что? Она была у темного колдуна. Он разрезал ей ножом ладонь, чтобы поменять линии судьбы. Зачем вы мне это рассказываете? Майя пропала. Возможно, мы сможем ее найти. Себе представить не можете, как я мечтала о малышке. Хотя была еще очень молоденькая. А когда забеременела, решила рожать только на большой земле, в хорошей клинике. Арва был против, считал, что можно родить и на острове. Мы в тот день очень поссорились с ним. И Арва не сел на этот паром. Больно вспоминать. Очнулась в больнице. Узнала, что потеряла ребенка. И началось обследование за обследованием. И все без толку. А 7 лет назад я узнала про черного колдуна. Вы понимаете, для меня это была единственная надежда. Вы расскажете, как его найти? Да. Майя! Майя! Доктор, не переживайте так. Найдется ваша дочь. Ну, куда она тут денется? А ночью она где была? Я вот, например, уверен, что она уже нашлась. Вот 100%. Сейчас сидит дома, чай пьет с вареньем, со сгущенкой. Она бы обязательно позвонила. Телефон потеряла. Дети постоянно что-то теряют. Да откуда вы знаете? О! Что я говорил? Да. Да. Да, я понял, хорошо. Тарас! Нужно поехать на соседний остров и найти там темного колдуна. Это еще зачем? Ну, Агата говорит, что он может быть причастен к похищению Майи. Темный колдун приплыл на подводной лодке, похитил девочку и исчез в темных пучинах. Я все жду, когда фантазия закончится у вашей подруги. Она все не кончается. Привет. Жив? Неприятная неожиданность, да? Не подходи! Поставь на место. Иначе никогда не узнаешь, где Майя. Зря теряем время! Нужно обыскать остров. А потом на другой остров поедем. Связался я с вами. Со всеми. Признавайся. Пыталась понять, почему такой кристально чистый человек, как Лина, режиссера прочелауреат, вскрыла чужой сейф и украла чужие вещи. Потому что ты пообещал ей то, от чего она не могла отказаться. Что-то такое. Да. Ты пообещал ей прошлое. Где все живы, не произошло ничего непоправимого. Тем более, что я вернулся оттуда сам. Лина. Она себя потеряла. И так и не нашла.
Она была сумасшедшей, ты знаешь? Она не была сумасшедшей. Разве? Только сумасшедшая может думать, что вернется в прошлое, или что прошлое вернется к ней, что люди, которых убила ее мать, оживут, и все сразу изменится. В последние дни она даже утомила меня своей одержимостью. Поэтому ты ее убил? Я не убивал ее. Она все-таки моя сестра. А кто тогда это сделал? Тот, кто спас меня на болотах. Это страшный человек. Игра у него смертельная. Знаешь, кто будет следующим после Лины? Я. Теперь, когда у него все почти получилось, я ненужный свидетель. Мне нужно имя. Нет. Имя. Получишь его, если будешь щедрой девочкой. Я хочу убраться с острова. Для этого нужны деньги. Здесь 75 тысяч. Этого мало. У меня больше нет. Еще 300 тысяч. И получишь девчонку живой и невредимой. У меня нет больше денег. Ты знаменитость. У тебя много богатых поклонников. Нищеброда доктора минусуем, конечно. Напряги извилины. Вечером вторая часть. И без глупостей. Если хоть одна живая душа узнает, при любом раскладе у меня найдется 20 секунд, чтобы перерезать девчонке горло. Я должна убедиться, что девочка жива. Спасибо большое. Варвара, это буквально на несколько дней были бы на острове банкоматы. Ну что вы, так, Потапу спасибо. Он у нас главный. Передайте мою благодарность. Хорошо. Привет. Как ты здесь? Приехал по делам. Хотел увидеть Тараса, а в отделении его нет и дозвониться не могу. Иди сюда. Мне Варвара сказала. Сочувствую тебе. Ты справишься. Тарас с Павлом на острове Темного Колдуна. Надо его перехватить. Как ты собираешься это сделать? Я взял катер на прокат. Быстро и с GPS. Отлично. Это координаты Ларис дала. Спасибо. Я тебе потом все расскажу. Тарас, уходи ты пропадом. Идите сюда. Ну, что мы все ищем? Уже нашли. Ух ты. Ну, здрасте, господа походнички. А я и соскучиться не успел. Судя по одеянию, ты и есть темный колдун. Вернее, был. Можно? Да. Знаю, знаю, что вы думаете. Когда же меня наконец оставит в покое этот нудный старикашка? Я так не думаю.
Я услышал, что вы нуждаетесь в деньгах. Да. Некоторые считают на похороны сестры, но ведь это не так. Я не могу вам сказать, для чего. А я могу. Девочку действительно похитили и теперь требуют выкуп. Вот, это все, что у меня есть. Здесь 210 тысяч. Я уже созванивался со Светланой, Зоечкой, и они полностью меня поддержали. Я понимаю, что этого может не хватить, но... Спасибо вам большое. Я верну. Киднеппинг, по сути, омерзителен. И нельзя потакать преступникам. На вашем месте я бы обратился к участковому. К Лукашу? Да это худший участковый из всех худших участковых. Трехпалый ленивец был бы эффективней. Потребуется? Нет, спасибо, я. Ну, если бы вы умели взламывать замки. Ну, в отрочестве достаточно лихо вскрывал замки в пионерских лагерях. Камеру, Бусенька. Бусенька, отдай камеру. Хватит баловаться. Камера сломается. Нас мама на порог не пустит. Где мы тогда будем жить? Передавай что-нибудь маме. Мама, всем хорошо отдохнуй и хорошо соскучись. Это просто чудо какое-то. Ведь билетов не достать было. Уж так нам не повезло. А потом ушли с места. Потерялась какая-то девочка, ее родители на острове остались. А мы здесь. Судя по состоянию скелета, этот человек умер пару лет назад, никак не меньше. Получается, Агата ошиблась, и зацепка оказалась ложной. А я вам говорил. Если с Майей что-то случится, я себе этого не прощу. Я понимаю вас, доктор. Легче самому умереть мог, чем представить, что что-то может случиться с твоим ребенком. Леонид Андреевич, а вы здесь?
Какими судьбами? Да не судьбами, а одной судьбой. Она в последнее время меня очень беспокоит. Чья, интересно? Да ваша, Тарас. Ваша. Ничего не хотите нам рассказать? Не хочу. Майя, ты где? Если будешь задавать дурацкие вопросы, отключусь. Дай трубку девочке. Я Агата. Как ты? Не в порядке. Ну, только не в порядке, если не принесешь деньги. Все это копейки. Я принесу деньги. Скучаю, Агата. Помнишь, мы гуляли и видели ежа и аиста. Что? Маленький аист. Он еще яблоки клевал. Помнишь? Нашли время вспоминать. Значит так. Буду ждать тебя на старой пристани. Через 3 часа. С деньгами и без фокусов. Я предупредил. Какой аист? Какие ежи? Мы не гуляли никогда! Маленький аист. Он еще... Маленький аист, там еще яблоки. Маленький аист. Он еще... Яблоки... Клевал. Еще к черту местоимение. Маленький аист. Умничка. Теперь я знаю, где тебя искать. Агата! Поторопитесь! Нас засекли. Ну что он там, не симулирует? Тяжелый гипертонический криз? Симулировать такое невозможно. Я все думал, кто может присылать Агате угрозы. Проанализировал и понял, что все события на острове так или иначе связаны с той трагедией, что произошла на пароме. Навел справки и выяснилось. Тарас, тогда погибла дочь. Он ничего не говорил об этом? Да, но так оно и было. Через год умерла его жена, не справилась с трагедией. Тарас был перспективным следаком, но вся эта история... Он остался один. А потом переехал на остров. Вот я и подумал, может быть, это стало для него навязчивой идеей вернуть своих близких. Я тоже хочу вернуть свою дочь, и что? А если вы будете допрашивать его в таком состоянии, то мы вообще ничего не узнаем. Мне звонил похититель. Да что вы. Требует принести деньги на старую пристань через 3 часа. Ну, время еще есть. Знаете, мне даже неудобно вас спросить. Что я должен сделать? А вы могли бы сами отнести деньги? А я продолжу поиски Майи. Вы знаете, где она? Нет, но у меня есть кое-какие соображения. Ну да, конечно, я передам. Все сделаю. Спасибо. Она утонула. Моя дочурка. Моя бусинка. Я не мог ее спасти. Вот сколько лет прошло, а боль не отпускает. И вина тоже. Я приехал сюда доживать. Я понимаю, чудес не бывает. Хотя вот... Ну, Иван Петрович, ведь случилось. Случилось ведь. Кто это? Сибирцев. Иван Петрович заведовал этой больницей до меня. Он тоже был на пароме. С женой и с дочкой. И спас обеих. И теперь уже дочка большая подарила ему 2 внуков. И 3-го ждут. Подождите.
Нет, я помню списки пострадавших на пароме. Сибирцы были, да, жена и дочь, но они пропали без вести. Их не было ни среди живых, ни среди мертвых. Надо с ним поговорить. Как его найти? Сейчас напишу адрес. Он же мне сам рассказывал. Спасибо. Так, лежите, Тарас. Что случилось? Это соседка смс-ку прислала. Агата лезла ко мне в окно, а доктор Сибирцев рядом стоял. Черт. Где у вас ключи от дома? Пойду проверю, что... Возьмите здесь. А вы не вздумайте вставать, скоро возьмите. Вернусь. Вам нужно лежать. Найдешь. С тобой все хорошо? Да. А папа знает? Поторопись, нам нужно срочно уходить отсюда. Это папа? Тише. Да, Иван Петрович. Вы знаете, моя теория не сработала. Вы можете ко мне подойти? Я буду ждать вас дома. Отлично, спасибо. Тогда до встречи. Зачем ты соврала? Ты знаешь, что такое бывает? Ложь во спасение. Вот именно это тот случай. Давай бегом, надевай капюшон, там холодно. Это теперь ваш дом, Агата? Не знал, что вы переехали. Не люблю, когда мне врут. Это было ваше спасение. На этот раз спасения не будет. Обещаю. Почему? Идите. Давайте только без глупостей. Лимит на них вы уже исчерпали. Дома Сибирцева нет. Его несколько часов уже никто не видел. Странно другое, Агата сегодня собирала деньги. Не знаете, для какой цели? Знать бы, где она. Кажется, я знаю. Моя дочь обожает загадывать шарады. Похоже, это одна из них. Маяк. А когда вы стали меня подозревать? Когда Роман завалился ко мне домой. На болотах он был смертельно ранен. Поставить его на ноги мог только человек с медицинским образованием. И потом Лина. А Лина ничего не знала обо мне. С ней контактировал исключительно Роман. Тогда на вечеринке вы могли подменить небулайзер и поменять вместо того, который с лекарством, заполнить аллергеном. Вполне возможно, что так и было. Зачем вы ее убили? Она должна была для вас достать артефакт. Она это сделала. Она была для вас не опасна. А давайте так. Отгадайте, зачем? Я отпущу девочку. Может быть. Она узнала что-то. Что-то очень важное. В последний момент, возможно, Роман проболтался. Стало для вас опасной, так? Не угадали. Накануне главной ночи ты вдруг захотела уехать. И мне пришлось убить твою сестру, чтобы ты осталась. Мне страшно. Мне тоже. Но мы выберемся, слышишь? Если вам нужна жертва, убейте меня, отпустите девочку. Очень благородно, но совершенно неуместно. Мне нужна девочка, именно девочка, чтобы повернуть время вспять, вернуть своих близких. Из-за этой девочки 30 лет назад
На первом селе совершенно другие люди, которые ни в коем случае не должны были погибнуть. Это девочка ты, Агата. Отлично, если это я. Отпустите ребенка! Чтобы она нарушила мои планы. Досадные недоразумения должны быть исключены. Ты бежишь по моей команде. И тогда на чистом листе судьбы я напишу новую историю и верну погибших. Она была здесь. Но наверху никого. Зато я видел костер недалеко отсюда, на берегу. Давай-ка проверим. Я до последнего надеялся, что они выжили. Светлана и Зоечка, я искал их. Но тщетно. Я пытался покончить с собой. Я попал в психушку. А потом услышал их голоса. Первый раз за много-много лет не понял, что я верну своих любимых во что бы то ни стало. Получается, моя вина только в том, что ваши близкие сели на паром вместо моих? А этого мало? Не потеряйся ты тогда, маленькая дрянь. Светлана и Зоечка были бы живы. Беги! Стой! Стой! Ты должна умереть именно так, как было предначертано 30 лет назад. Все в порядке. Пап, поскорее надо спустить Агату. Узнай меня, воскресни! Увидь меня, узнай меня, воскресни! Увидь меня, узнай меня, воскресни! Кумари Бересико! Шрек трусит! Кумари Бересико! Шрек трусит! Где Агата? Где Агата? Агата! Агата!
даже неподвижная вода, я знала ответов на все вопросы. Папа! Какая же я тебе папа. Привет. Как ты? Паршиво. Наверное, я должна вам сказать спасибо. Наверное, я тебе тоже. Твоя рыбка меня спасла. Не спрашивай, как. Привет. Привет. Ну что, идешь на поправку? Его взяли? Да. Но ему, скажем так, удалось улизнуть. Покончил с собой после первого допроса. Тебе кое-что передал. Написал место признания, сказал, ты поймешь. Мать природа постаралась, май август расплескала. Я жива, шепнула тайна, возвращается ненастье, тени падают на остров. Чьи они, узнаем скоро. Кое-кто хотел, чтобы я осталась. Я? Я остаюсь как минимум еще на один роман. Пойдем, Майя. Мы скоро вернемся. Если дословно, мать Майи жива. Возвращайте на остров. Скоро.